Это мастер, сейчас не прибыл к этому контрольный пункт. Смотришь? Главный офис, его куда поставь крысур. Раз он шел через Саргассу в туманность, мы бы все равно потеряли клиентов. Да, пожалуй. Вырубай технику, лучше пойдем бухнем. Всем привет. А, то есть не так. Всем здорова, всем привет, с вами Шимэнг, на канале Шимэнг. Сегодня новая игра под названием Void Bastards. Хорошо, я понял. А Саргассова туманность в каких-то годах? Вот так не знаешь, похоже, у вас кончились патроны. Запрос на высший боеприпас может упадать в ковчеге. Ой, сейчас вы не можете вернуться в ковчег. Запрет будет снят, когда вы получите срочный принтер, или в случае вашей смерти. Цель — срочный принтер. Угу. Нужно найти, короче, какой-то срочный. Ну ты понял, короче, принтер ищем. Короче, мы присели, приседать через С. Опа, тихо. Так. Там какой-то уборщик. Видимо, скорее всего, уборщик будет меня убивать. Овер. А патронов нету, да? А больше ничего нету. Так, ну, скорее всего, да, побежали. Ой, ёпти. Где мы нахер? Это что такое вообще, а? Вы знаете, что срочный принтер обычно размещают в администрации? Архив, кубы, администрация. А где администрация? Ну ладно. Ну тут очень много всякого говна, соответственно. До прибытия грузового корабля 3 дня. Ну ёпт. Вероятность выживания в течение 3 дней 8%. Так, подожди, куда мне нужно архив? А мне нужно вот это я, типа, да? Бейлиа? Так. Клиент выгоба, помогающий бакс. Удаляет загрязнение, сжат воздух, источник кислорода, восстановление питания, отключается система охраны. Нам вообще туда, по идее, надо бы, да? А, ну там ходил, так... Мостик показывает, где добыча. Купы, архив, блядь, загрязнение. Ну, я, короче, не знаю, но пойдем туда, в это говно. Типа, нельзя попадаться уборщиком. Ой, ёпти, вертухай какой-то еще, смотри. Подожди, а что там появилось на карте? А, это типа... Нет, подожди, что там появилось на карте? Ты, блядь. О! А что я взял? Инвентарь, какой-то меч используется в стев. То есть тут еще можно, короче, искать всякие предметики, да? Заперто, так. Ну давай порыщем, может найдем какие-нибудь патроны. Мы оттуда пришли, да? Так, больше тут вроде ничего нет. А, ну в принципе, если что, я замечу, короче, у меня на карте будет отображаться же, да? Правильно я говорю? Тихо. Уборщик. Ага, воздух. Что за воздух? А это я вот отсюда пришел, подсобка. Угу. Так, ребят, сейчас я пододвинусь немножко с стульчика. Что-то я далеко закрылся. Ой, далеко. Центральный архив. И еще есть прыжки. Тут мы можем попрыгать, да? Попрыгованских. Так, а это что, куда? А, это я не могу. Это заперто. Так, а то есть у меня одна дверь только открыта, да? Получается, или нет? Да? Дай-ка посмотрим карту. Типа... Короче, это закрыто, а вот это все открыто. Это подсобка, туда закрыто. Понял? То есть я могу только либо сюда попасть, либо туда. Правильно?
Так, а здесь у нас кто? А здесь у нас вертуха и малолетки. А, но они за дверью пока что, да? Они меня могут увидеть? Вертухай. Ты что? Он меня заметил? Или не заметил? Блин, жалко нету этого, да? Нету Патрика. Техническая безопасность требует, чтобы вы избегали сожжения турели. Уебка! Ага, а если пробежать? Что-то я взял тут, да, непонятно. Что это такое я беру? Собрано меч, один плаз. Да, если что-то я... Что-то я насобирал зачем-то. Не знаю, короче, пока. Так, но на карте перестало быть... Получается найти предметы? Чего вы не пользуетесь картографическим прибором? Ага. Можно не мигать только, пожалуйста. Так, менеджер, ассистент менеджера. Турелька меня здесь увидит или нет? Турелька мне там, походу, да? Но мне нужно туда, мне там что-то и находится такое интересное, да? Подожди. А, мне нужно за дверь, типа. Ой, а турель можно отключить? Нельзя, я понял. Ну, просто, блин, турелька крутится. Ну, в смысле, у нее она крутится или нет, интересно. Жалки идти по зеленому контейнеру. Взяли. Собрано, срочный принт, 5 стимулы. А, отлично, я обязательно отмечу получение срочного принта для слушания о вашем освобождении. Рекомендовано возвращение в Стев. Войдите на карте путь к Стев. Вот туда, вон, да? А я больше тут, типа, ничего не буду? Может быть, я еще немножко могу? Куда-нибудь пройтись. Или не могу. Ну, хотя тут закрыто все, получается. Ну, пойдем посмотрим, что там у нас. Немезис какой-то, да? А, у меня кислород на 9 минут осталось. Закрыто, да? На 9 минут кислорода осталось, да? Так, подожди. Внимание, проживающий суд связано с опасными событиями. Могу ли я предложить срочную эвакуацию? Удержите ли вы шип, чтобы бежать? В смысле? Примечание, судя про... Наступление опасного неизбежно. Я не могу туда открыть дверь. А мне через что тогда? Похоже, мы угробили не всех. Зачем король свалим? Ёпты. Оранжевая панель разблокирует выход. Какая оранжевая панель? Блин. Что за оранжевая панель? Что за оранжевая панель? А? Все, понял. Да я, да, что тут... Ёп! А! Блин. Надо было тупо бежать, короче, да? Прекрасно, теперь можно вернуться в ковчег. Блин, я что, просрал, типа... Пометка для себя, выдать больше патронов сменному клиенту. Типа, я проиграл, да? Не переживайте, вы должны иногда умирать. Блин, жалко, обидно. И надо было просто бежать, а я что-то подумал, что нужно, не нужно. Бьюмс. Срок действия клиента истек. Удаление оформленное приобретение. Возвращай арендованное оружие. Стив разрешено вернуться на ковчег. Далее, да?
Рюкзак пал занят заполнением документов. Форма R545 Стива, стыковка разрешена. Все, далее можно нажимать, да? Нажимаем далее. Нарушение техники безопасности привели к преждевременной смерти. Мы выполняем кадровую замену. Мне дали типа другого чувака. Мы поздравляем, вас выбрала система аварийной замены кадров. Добро пожаловать на инструктаж. На судно проник несколько человек и его вывело из строя. Ваша задача — запустить сверхсветовой привод. Так, предъявите карту гражданина для разрешения запуска. Ой, когда вы стали осужденным клиентом, ваша карта была разрезана. Не переживайте, вы сможете найти все необходимое для ее создания на соседних судах. Вам потребуется срочный принтер и удостоверение. Найдя эти детали, вы сможете собрать из них карту на верстаке Стив. Верстак. Для задания пока ничего нету, да? Так, звездная карта. Дорогой клиент, проследуйте к срочному принтеру по скачущей стрелке. А как? А где? А подожди, а как? А тут нельзя, типа? Симулятор. Лайнер в... Да, в симулятор. А подожди, а двигать-то нельзя эту карту, что ли, или что? Отдых. А как проследовать-то туда? Что-то я не понимаю. А, вот так, все, понял. Вы заметили, что на этом судне есть жужжалка? Пусть что ее изъятие не будет незаконным. Войти. Ну давай зайдем в первую. Выбирайте снаряжение. Ага. Да, высадка. Ага, все. Да, высадка. А кто там был? Там был какой-то уборщик, кто-то еще. Цель топлива, цель жужжалка. Жужжуш. Угу. Внимание, за туманности граждане принимают нестандартные формы. Уверен, никто не будет против, если вы их убьете. Ой, извиняюсь. Еда. Да, тут через правую кнопку все нужно делать, а не через левую, понял? А я почему-то подумал, что так вот. Уборщик какой-то, да? Так, ну давай по-тихому попытаемся пройти как-то, да? Заблудились, данное топливо и деталях можно загрузить на мостике. Тут же был уборщик. Вертухай. Это тип работников называется вертухай. Что-то ваши возможности, попытка убить его наверное кажется фатальной. Отлично, теперь советую вам поискать жужжалку. Так, короче, надо по-тихому тут играть. Потому что пока мы лошары, да? Блин, кто там кашляет? Скотина тварь. Не кашляет там. Мне громко атакующий кашляет, что кажется. Топливо. Так, и что мне нужно еще? Жужжалка. Где карта? Жужжалка вот сюда, направо. Блин, там через вертуха этого надо будет проходить. Ну, давай попробуем. А тут можно как-то отвлекать, интересно, или нельзя отвлекать этих вертухаев? Типа, там, ну, выстрелил и убежал. С него ничего не падает, что ли, да? С уборщика. Типа и опыта мне тоже не дают за это, да? А, я могу через Е вообще нажимать-то, я что-то туплю.
уборщик. Зачем я открыл? Блин, надо его было... ...400 хп у меня, да? Его можно было просто сдуть из этого говна, а я зачем-то взял и... Ну ладно. Да хватит кашлять, ты, упырь! Так, а что здесь? Почему я ничего не вижу? Подожди. А, во, вот так надо. Оп. Батарейка. Батарейка. Так, две батарейки мы собрали, да? Что это такое? Предлагаю вернуться все, прежде чем вас убьют враги или отсутствие кислорода. Хорошо. Это сюда, да? Возвращает в Стив. А на мостике мы пока не были на мостике. Почему? Потому что не были. Так, пойдем на мостик сходим. Четыре. Блин, тут вертухай. Не, пойдем на мостик сходим, посмотрим. Посмотрим, что там есть. Борщика тут не будет, надеюсь. Бот какой-то есть, да? Так, что тут у нас? У нас тут есть еда. А это что у нас? Перфокарта. Загрузить, да. Нажми так, чтобы обновить карту. Вещи в пустоту, кислота. А, и все, типа, да? Больше нам. Окей. Ну все, погнали тогда. Что за бот? Интересно, да? Или нет? Здесь ничего нету, да? Ну да, все. Мы, то есть. Мы все с тобой тут, короче. Это такой звук. Там светится, да? Палец. А пойдем под кислород можно зафигачить? Может, вертухая убьем? Или не будем убивать? Ну ладно, да, пойдем, короче, тогда. Ладно, так. Палец какой-то подобрали. Вернуться в Стив. Давай. Можете покатать судно в любой момент, если что. Добыча, жалко топлива, еды, варп-ключи и торпеды какие-то. Окей, так, палец, перфокарта, батарейки, батарейки. Угу. Клиент выжил. Убрать. Топливо, три прыжка. А, через топливо мы... Через топливо мы... Живодер, после возведения взрывается при приближении врагов. А зачем? Живодер. Уверен, вы думаете, что будет, когда я умру. Не переживайте, созданные вами предметы послужат другим клиентам. Угу. Почему эта туман стала необитаемой бездной и кладбищем кораблей? Неправомощные лица проникли на эти суда и расхитили действующие узлы. Неправомерным образом. Неправомерным, я так сказал, да? Так, что там, перевозка питомцев? Нападение Тоннер без хорошего плана обычно ведет к смерти. А, выберите оружие клавишами с цифрами, что? Выбить... А, все, понял. Так, окей. А что это? Живодер, это типа мина, да? Типа мины. Типа мины. Направо пойдем, да? Направо пойдешь, голову потеряешь. Налево пойдешь. Себя не найдешь. Или как там? Тут ничего пока нету, да? Что тут есть? Стимулы 42. Ой, мы в охране, типа, да? О, отключил защиту я.
пошел ты в сраку, вертухай. Я думал, отключение защиты ведет к чему-то. Ну, то есть, типа, нет. Ну, ладно. Так. Воздух и отдых. Ёб твою мать. Подожди, а это я там, что ли, попал? Опа-па! Я запутался. Что мне здесь нужно? Удаляет загрязнение, варит бодрящий чай, показывает, где добыча. И по идее на мой... А он что прикрывает? Он прикрывает... У меня уже... Я на мостике, да? Данные загружены. Опа. Бабки. Турель. Твою мать. Робопёс, что ёпта? За робопес. Блин. WCG imposes severe penalties for self-asphyxiation. Самоудушение. Сейчас, подожди, а что у нас? 3-4 минуты. Supplementary oxygen in ATMO modules. Мне нужно на левую тут. А как я туда пробегу? Никак. Назад давай. Где? Тихо. Мне нужно вот сейчас туда или... Тихо. Так, мне нужно вот в этот попасть. А чтобы туда попасть, мне нужно сейчас прямо и налево. Как это взять-то? А, перфокарта, так. Что-то там еще еда какая-то, да? Так, каких-то катабаяны, так. Катабаяны, так. А в принципе все. В принципе все. Через охранку, да? Собака, хватит кашлять. Так, на три, короче, на три этих мы еще сможем, да? Так. Так. И вот так.
Две минуты кислорода, ёпт. Как туда теперь, как упасть? А, упасть... Так. Да, вроде все взяли. Вы не обязаны поднимать на борт. Что там? Какая-то кассета, лента, перфокарта, палец, батарейки. А добычи как бы типа нету какой-то главной, да? Какая-то инфа. Я не знаю, что это. Материал используется в ящике для деталей для создания деталей. Верстак. Вам требуется помощь в поиске деталей для создания полезных предметов. Вам нужен локатор. Не прошу взять лампочку в ящике для деталей и сделать его. Локатор. Лампочка. А где лампочка? У меня нет лампочки. Указывает сюда, содержит детали для выбранного предмета. Лампочка. А, вот детали. Вы ищете лампочку? На Стив их нет. Давайте воспользуемся стандартным мышлением. Лампочку можно изготовить из материалов типа пласт и био. Пласт. А у меня нету пласта. Ноль пласта, да? Понял. Тогда уходим. А где я? Сюда я могу? Ускорение. Вы натолкнетесь на термоустойчивые аварийные пайки. Часть из них еще съедобна. Удивительно, но это ваша любимая еда. Бутерброд с сыром и луком. Получено их 4 еды. Ага. Мне нужно туда. Инжектор, соплос, стимулятор, подкладка. Ну давай сюда, погнали. Сложно уйти, выход через другой шлюз. Кран включает турели шпики. Нет граждан, но полно разломов. Давай сюда залетим, полетим. Да ёпт. А у меня патронов нету, ёпт твою мать. Ну давай, ладно, погнали сюда. Угу. Ой, все красное такое нехорошее. Блин, а больше нету патронов у меня. Ладно. Так, топливо. Больше нет патронов у меня, это плохо. Что это за говно? Турель, а ёб твою мать. Хавры, да? Пластмасса одну взяли, так. Что тут за энергия? Батарейка. Что тут у нас? Да, не включено. Да ёб. Каюты. Так, тут, короче, пока ничего нету, да, полезного. А я здесь... Нет, не было. Так, 54. Так, подожди, я запутался. Очень сильно запутался. Подожди, куда мне нужно? Мне нужно вообще на мостик. Мне нужно сейчас прямо и налево, короче, по полной, да? Ой.
блин, 7 живодеров. Твою мать. А, все нормально. Цель-стимулятор. Чё здесь? Чё здесь? А? Чё здесь? Шипы какие-то мы собрали. Так. 4 минуты осталось, да? Что тут есть? В жилом что-то есть. И в столовой что-то есть. Пойдем в жилой. Тогда зайдем. Блин, у меня всего 3 этих осталось. Да блин! Нет радиации. Перфокарта. Так, больше я тут ничего не вижу, да? Ценного. Так, что мне нужно еще? Это где деталь? Это вот сейчас направо или в столовку? Блин, времени-то захватит мне туда-сюда бегать. Да ёпать. Где, где? Ага. Все, стимулятор мы собрали, то, что и нужно было для миссии. Теперь мне нужно сейчас прямо направо. Стопа, стопа. Бомба какая-то. Слизь. Слизь чего, блин? Мне в столовку нужно. И справа что-то будет. А, турель. Еда, еда, все понял. Ой, уборщик, бля. А, нет, мне нужно в другое. Вот мне туда надо уже. Все, я ушел. Правильно я бегу? Да, правильно. Подсобка. О. Больше ничего нету вроде, да? Воздух. А зачем мне было? А все. Да? Ну да. Все, в отличие от ходьбы, бег привлекает. Ну, это понятно, да. Так, убираем все это говно, это перерабатываем. Одна пластмасса. А мне, блин, нужна не одна пластмасса. Для локатора. Шокер. Оглушает цель, очень эффективен против механизма щелкости и создательства. Ну, давай, хорошо. Потрясающе, ваши КП и растут. Сейчас, подожди. Инжектор, жужжалка, прокладка. Где лампочка? Пластмассы нужно еще две, да? Угу, хорошо. Так, а сколько у нас? Так, ну давай еще одну пройдем сюда тогда, да? Войти. О, прикольно. А что он делает? Шокер оглушает цель, очень эффективный против механизма, щелкнуть, чтобы снять. Не знаю зачем. Нужен пока шокер. Ну сейчас мы... Про это, наверное. Поймем все по ходу действия, да? 6 патронов у меня есть. Это один уборщик, наверное, да? Батарейка. Наша бела батарейка. Опа, ёб твою мать. Что это такое за говно? А, я тебе расскажу, как мудак. Больно. Очиститься нельзя? Питание включено. Батарейка. Блин, я теперь скольжу, да? Ты долбан, блин. Воздух. Баки. Подожди, а где мостик? Бля, мостик далеко. Очищалка вот именно для этого нужна, видимо, да, в этой игре. Топливо нам нашли. Так, хорошо. Что здесь?
Интересная перфокарта. Баки какие-то, да, тут есть. Открыть. Уплотнитель мы нашли зато с тобой. 25 баксов потратили. Ну или как это называется, не баксы, что ли? Не знаю. Но зато... Так, пойдем в дырку лезем, лизанем. О, пластмассу зато нашли, вот это классно. Пластмасса нам нужна. Пульс скрепки. Да ёпт. Так ты, конечно, бесишь меня, когда ты... Когда ты кашляешь. Не в тему немножко. Ну слушай, тут что-то я пока не вижу, что можно. А, вот вижу. Что это такое? Опа, это еще одна. Ну, а, ты не можешь прыгнуть так высоко, да? А, палец. Опа, ёпта мать! Так, 7 патриков у меня еще осталось. Монета, шлак. Сюка. Все, патроны все кончили, да? Батарейка. Так, в принципе, все, да? Но мне нужно вот до мостика, да, идти, а это в другую сторону. Что-то мне путаешь, да? Да, это вот в эту сторону. Ой, ёб твою мать! Ничего себе. Твою мать. Опа. Да иди ты в срань, слышь. Не беси меня. А, пойдем проверим, кстати, этот шокер. Да не! Да не! Иди нахер. Блин, без патронов сюда, короче, бессмысленно было идти. Генератор на воздух. Ну, блин, там что-то было, кстати, да, какие-то... Да ёб твою мать. Топливо можно найти. Уплотнитель зато нашел. Две... О, смотри, мы нормально. Мы сейчас сделаем тогда эту лампочку, да? Если получится. Да, сделаем лампочку сейчас. Верстак. Детали. Лампочка. Меня удивляет, что вы проводите здесь время, пялясь на лампочку. Вместо этого вы могли бы готовить локатор на верстаке. Верстак. Локатор. Так, сделали локатор, сборщик топлива. Впечатляет, теперь включить режим обнаружения для поиска деталей нужного вам предмета. Впечатляет, награждает за усердный род, запишу вас на слушание по освобождению. Прокладка. 25%, отлично, отлично, отлично. Уверен, что обнаружение пал, глубокий ран довольно неприятно. Что это такое, не понял. Знаете ли вы, что на судах сонных доступна экстренная медицинская помощь? Нет, не знаю. Подкладка, инжектор. Здесь у нас строчный принтер, который нам нужно, в принципе, найти, да? Так, ребят, наверное, на этом закончим первую серию по данной игре. В принципе, игра вообще отличная. Прям заходит. Очень хороша игра. Так что, если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Шемега. Всем счастливо, всем пока.